Привет, дружочки-пирожочки. Многие из вас не знают эту локацию, где это я снимаю, но алды, старые зрители, помнят, знают и любят. И вообще с этого начинался канал, но только из другой комнаты. А сегодня я снимаю где? Ну вот, кто-нибудь напишет в комментариях. У нас сегодня завры, видите, целая куча. Мы продолжаем собирать коллекцию. Говорю «мы», потому что я сегодня не просто товарищ Сафронов, я сегодня папаня, потому что за кадром сидит... Товарищ Ваня! Ваня. У нас, мы продолжаем, Ване очень понравились вот эти завры. Очень крутые. Из пятерочки. Акция выдают при покупке 550 рублей. Или, или можно купить за 55 рублей. Можно показать сайт. На сайте это написано, пятерочки. Многие продавцы, я знаю, не любят выдавать, продавать. В общем, можно товары спонсоры покупать, вам дадут больше завров. Можно смотреть жалостливыми глазами, и вам подарят, может быть, кто-нибудь этих завров. Вот так вот, например, Ване одного подарили, завра. Мы нечаянно открыли. Но не нечаянно, это было не нечаянно, это просто да, не терпелось. Давайте поставим. Смотри, давай покажем вначале, не закрывая руку, вот так вот. Покажем, вот такой вот у нас новый в нашу коллекцию. Обязательно потом, в общем, считайте, что у нас вот этот вот есть. Чувак. И начинаем открывать. Ну что ж, Вань, открывай, сегодня будешь открывать вообще все ты. Я? Да. Кстати, тут хочу вам сказать 20... 22 штуки нам. Мы взяли 20 штук, потому что Ваня проходил сложенную процедуру. Ну вот, и это в награду ему. Он может распаковать все их. Так что поддержите лайком и пожелайте быстрейшего выздоровления Вани. Давай. Два нам дали бесплатно. Вот. Раз, два, три. О! Кто там? Опа! Только у меня... О, новый! Это новый. Надо... У меня телефон, я снимаю сейчас на телефон. Списка нет. Я потом посмотрю, сделаю склеечку и вам напишу, кто. Или в кадре здесь появляется. Так, давай вначале, как только распаковываем, я показываю. Вот так вот, давай, показывать буду я. А ты выбирай пока следующий пакетик, а который открыл, откладывай в сторону. Вот такой красавчик. Он здесь покрашен, очень красивый. Вот этот. Вот такой вот. Следующий давай. Чувак, через три, два... О! О, светящийся. Помните, если вы не смотрели предыдущую часть, то это была эпичная, потому что в Ване выпали все светящиеся. И блестящие. Не, блестящего одного еще не добрали. Так, следующий, давай, распаковываем. Прям, а подальше откладывай пакетики, а то ты запутаешься, где открывал, где нет. И раз, и два, и три. Елочка, гори! Вот. О, это вот как нам попался чел. Такой уже был. У него прикольно, что у него пластиковый, как у одного из заворов, который был, пластиковые сверху штучки, классные такие милашки. Кстати, очень много девочек написали, что любят динозавров. Я спросил, и в комментах написали, что в предыдущем видео, так что я теперь знаю, оказывается, девчонки обожают динозавров тоже. Я почему-то думал, что только пацаны. Давай, так открываем. Это я думаю, что... Пацаны, это... знаешь, пацаны любят My Little Pony? А девчонки, оказывается... О, это светящийся. Опять, смотри, стал выпадать светящийся. На всякий случай я покажу, если вдруг не видели предыдущий выпуск. Это повторочка у нас. Я даже не знаю, может быть, разыграть повторочки. Напишите, если вам нравится эта идея. Давайте поставим 1000 лайков под этим видео, и мы разыграем повторочки в следующем видео тогда. Елочка, гори! Ну, то есть, начнем со следующего, я вам скажу. О! Какой-то желтый, слушай, по-моему, не было. О, да, действительно, новичок. Новиночка у нас желтопуз. Вот такой вот. Я буду называть их пока, как придумываю сам. Это желтопуз. Так, открывай следующего, давай. Давай, 20, нам нужно быстрее, мы можем тут... Yeah! У нас все редкие. Да ладно! У нас теперь все редкие. Это блестящие. Да ладно! Мы обязательно в конце покажем, но у нас теперь все редкие завры, как минимум, уже хорошо. Очень хорошо идет эта распаковка, у нас много новинок. Смотрите, там какая у него вкладочка-закладочка, вот такая. Давай, следующего, чумак. Раз, два, три, оп! Осторожно камеру. Не задевай так. Воу! О, этот уже был. У нас тут целая армия уже этих чуваков. Следующий пакет. Никого. Раз, и два, и три. Опять он же, по-моему. Да? Да. Слушайте, они могут, знаешь, что делать? Стой, сейчас, ну-ка. Нет, стой, я знаю. А, вот еще может как перетягивание динозавра. Я знаю, я знаю. Так. А, ну это вообще все завры так могут делать. Нет, ну они одинаковые, братья. И бумеранг. Смотри.
И такой звук щелчок будет прикольный, громкий. Лайфхак, как вам играть с заврами. Итак. И раз, и два, и три. Ёлка, гори! О, этот был классный, кстати, здоровый такой динозавр. Вот ему бы пластиковые вот эти вот его уши. Подожди, покажу. Пластиковые уши ему бы неплохо. Следующего распаковывай. Сейчас, подожди, думаешь. Опа. О, это кто-то новый. Точно. Так, раз, что же там за динозавр? Два, три. Что же? Не, это уже был. Нет, ну у нас теперь два таких вот блестящих. Это блестящих. О, классный, классный, слушай. Классная блестяшечка. Вот такая вот блестяшечка. Динозавряшечка. Там в нем внутри даже какие-то блестки прям в нем. Раз, и два, и три. И. Да. Опять, и вот смотрите, в этот раз сколько таких реально плохо перемешали. Плохо перемешали. Что пятерочка делает? Что творит пятерка? Ну ничего. Так, опа. Я кто-то это какой-то тонкий. Так, давай посмотрим. Раз, два, два, тонкий. Три. О, вискас, ребята, вискас! Это редкий, который вообще говорят, что мало попадается, но кому-то наверняка много, ой, какой маленький. Представляете, как кот попал, смотрите, мы наконец-то нашли супер редкого вискаса. Но это не прям супер редкий. Почему? Закупыч сказал, что привет, кстати, Закупычу, спасибо, что в телеграм-канале показал, что смотришь наш канал. Привет тебе, Милане, Валюше, милый, всем привет. И смотрите, у вас уже есть, если вискас? Если у нас будет повторка, то мы с вами обязательно... Поделимся. Да, конечно, если у нас будет повторка вискаса. Если у Закупыча у тебя не будет какой-то коллекции, ну, какой-то фигурки, чтобы собрать всю коллекцию, напиши скорее нам в комментах, и мы с тобой поделимся. Оранжевый, оранжевый, оранжевый. Хотя я думаю, ты, конечно, Закупыч соберет быстро всю коллекцию. Закупыч спец по акциям. А мы тут просто развлекаемся, чилим. И раз, и два, и три. Опа, опять он. Повторка за повторкой пошла. Ну, конечно, мы уже собрали довольно много разных, поэтому повторок будет много. Пятерка! В этот раз мы собрали двух редких, ну, не редких, а вот ну для нас редких. Ну, что написано? Ждите гостей. Это что значит? Ждем в гости. Нет, ждите гостей. Как ты это прочитал? Ну, пятерочка сейчас покажем, смотрите. Это резиновая пятерочка. Вы знали, что кот... И пятерочка — это динозавры. Это, они настолько древние, и они настолько дикие, и они вымерли, если что. Об этом хотела сказать пятерочка, что она вымерла вместе с вискасом. Возможно, но в нынешних реалиях такое может быть. Так, давай, смотри, у нас уже какая. Ничего себе, у нас сегодня супер денек. А кто же нам остался там? Мне кажется, нас осталось совсем немного. Ой, нам летун нужен, там такой классный динозавр летун. Так, смотри. Задеваешь все время этот штатив? Штатив задеваешь все время рукой? И тут у людей немножечко трясочка. Да. Ты сам трясешь. Трясочка по трясочке. Немножечко их нужно испытывать потрясение людям. И раз, и два, и три. Открывай. Еще пятерочка. Короче, пятерочка вообще ни разу не редкий. Я так понял. Пятерочка просто пятерочка. Я тебе говорил. Ну, у нас повторок уже становится нормально. Ой, посмотри, как здесь присоска. Что с ней случилось, смотрите. Редкая присоска. Кстати, так и появляются редкие штучки. Например, непокрашенные редкие фигурки в этих сериях. Именно так и появлялись. Ну, то есть, это изначально в иностранных всяких коллекциях. И когда людям попадались неокрашенные фигурки... то производитель говорил, что это редкое. И вам попалось супер редкое. Так и есть. Раз, два, три. О, этот тут уже был желточек. Цыпленочек. Он тоже, кстати, из сегодняшнего. Нас осталось 4. Да, ребята, кстати, если вы хотите собрать быстрее всю коллекцию, я рекомендую вам в разных пятерочках покупать. Раз, два, три. Этот уже тоже был. Все, да. Пошли одни повторки. Ну, в каждой... Не, надо все-таки давай... Ну, в принципе, можно показать. Так, ногой тоже его не шуруди. Вот этот вот. Я не знаю, что там на кадре, потому что мы непривычная нам. Раз. Немного два, локаций три. Сейчас снимаем. Ой, подожди, по-моему, кто-то новый. Да! Какой крутой! Это дельфин! Дельфин. Нет, это не дельфин. Это какой-нибудь анкилозавр. Пластиковый, он да. Он полностью, смотрите, у него пузико только вот... Вот это да, подождите, вот этот подводный динозавр
Короче, вот сейчас, на данный момент, это мой самый большой любимчик. Мне Это. тоже. Вот это. Он очень круто сделан. Это самый крутой динозавр. Он весь пластик. Если бы они все были, вот смотрите, вот этот резиновый здесь. Вот этого сверху. Вот если бы все были такие, это было бы супер огонь. Но они немножко сэкономили. Или пятерочка тоже была бы там пластика, была бы очень крутая. Потому что вот эти пластиковые прилипалы были бы супер классные. Вот. И вот этот чел нам попался, он классный, супер. Мне были еще летуна такого тоже, динозавра. Ой, кто-то выпал там. Ну вот. Пока ищи, давай. Тут не задевай штатив. Петелка. Ну, доставай. Вот видите, вот этот желтенький, вот даже видите, без покраса, например. Вот этот чел с покрасом. Не очень понимаю, как они подбирали коллекцию. Вот видите, у этого этот покрашен. А этот нет. А этот вообще с пластиковой штукой. А этот вообще весь практически пластиковый. Вот эволюция динозавров. Пятерка. А пятерка, да. Ну давай, финале. Ребята, только давайте просьба. Лайк под этим видео. Обязательно, чтобы мы продолжили вам показывать свою коллекцию. Так как мы коллекцию будем дополнять, если хотите, чтобы мы поделились с вами, лайк под этим видео прямо сейчас. И распаковываем. Раз, два, три. О, да! Еще один этот динозавр. Итак, давай смотреть, кого нам не достает. Мы сейчас возьмем нашу вот эту штучку. Это вот такая, в прошлый раз ролик по ней, если не смотрели, то посмотрите. Сейчас, подожди. Распаковываем. И у нас, давай собирать. Давай собирать, кого нам... Сейчас, давай, клади, закладываем. Так, а пятерочку... А, вот сюда надо пятерочку поставить. И вискас сюда поставить. Это промо-товары. Так, динозавра давай я поставлю сюда. Сейчас мы вам покажем, как это смотрится. А, у нас еще такого здесь, так летающего нету. Вот этих вот полно ребят у нас. Ну что ж, да? А, и вот этот блестящий парень. А, этого ты поставил. Давайте посмотрим. Стой, еще вот. И еще. А, это он, да? О, неплохо, неплохо. Нам осталось всего лишь. Всего лишь ничего. Давайте посмотрим, два, сколько нам осталось. Четыре. Сейчас посмотрим. Итак. Да, нам не хватает вот этого тираннозавра типа, не хватает вот такого, не знаю, кого там, какого-то рогозавра, трицератопса такого желтенького не хватает, и не хватает нам еще обычного летуна. Вот такие дела, то есть всего не хватает 1, 2, 3, 4, и мы собрали всего с двух видосов почти всю коллекцию. Видите, кто-то за нами выехала, полиция завров. Чтобы выдать нам... что? Чтобы выдать нам, видимо, завров. На самом деле за нами выехала полиция завров, чтобы сказать то, что мы два раза поставили одну фигурку. Если вы вдруг сами капитан полиции завров, то напишите в комментариях, какую именно мы задвоили, не заметили. О-о-о, друзья мои, мы почувствовали, что вы поставили лайки, и вам бонус-контент. На самом деле мы вспомнили, что мы заезжали вообще в другую пятерочку по другим делам отправлять там почту, и нам, точнее, Ване, за красивые глаза, за кудряшки и за милую улыбку вы выдали просто так вот, сказали, мальчик, на, держи вот таких вот завриков. Еще я двух. Очень давай посмотрим. Может, благодарю их. Да, вы видите, добрые есть, добрые люди. Я открываю через 3, 2, 1. Пусть там будет. Не задевай штатив. Новый. И... Раз, два, три. А, подожди. А, у нас был такой, да? Был? Да. А, это тоже еще классный, ну, пластиковый, обожаю его. Тоже классный, классный. Ну, давай. Последний, пожалуйста, какой-нибудь новый, плиз. Давай. Мечтаю. Ахаламай, маламай. Бум! Да! О, сработало заклинание. Да, ладно, да. Боже, Коша, да. Боже, Коша. Слушайте, реально сработало заклинание. И хорошо, что мы про них вспомнили. Это тираннозавр. Это тираннозавр Рекс. Правда, цвета, конечно, такого. Как ириска, назовем так. Можно сказать, что это дела. Можно. Но мы говорим, что это как будто ириска. Итак, ставим вот сюда. Ну все, трех не хватает. Раз, два и три. Итак, друзья мои, вот так. 20. Сегодня мы 22, 24. Напишите в комментариях. Собрали. Что будет?
будет, если соберем всю коллекцию, и что, просто как бы игра или нет, узнайте, пожалуйста, пишите в комментариях. Какой, да, есть ли какой-то приз вообще в этой серии? Да. Может быть, вы знаете, мы потому что нет, мы не следим. Или спросите там у ваших супер любимых блогеров, которые разбираются в этом. Мы просто собираем прикольный динозавр. Закупчик разбирается у нас. Ну, вот, может, закупчик напишет в комментах. Пусть в комментах напишет, а то он мне пишет в личку, там сейчас напишет, ответит. И в личку я и сам могу написать. А в комментах? А тя-тя. Все, друзья мои, спасибо за просмотр. Мы могли не снимать этот ролик, но решили снять его просто Ване. Подарили мы этих вот завров, как я вам уже объяснил. Но решили поделиться с вами контентом. Решили поделиться с вами распаковочкой. Надеюсь, вы поддержите лайком, хорошим комментарием. Привет Ване, новому выздоровления. И привет Закупычу передавайте, привет Милане, Валюше. Всем вам привет, вам классных завров, вам лучших побед, классных историй, вкусной каши и чистых носков. Пока. Пока. Пока.